Соскучились? Да. Так, ну, не мудрствуя лукаво, я уже сегодня упоминал своего любимого книжного героя. Книжку про Карлсона я знаю наизусть. Я не шучу, я могу цитировать очень много. Вот, поэтому, как было сказано и в книжке, и в замечательном мультике, продолжим разговор. Красивая форма, лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик, и звук от турбин на земле лучше звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик, мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик, ни черту небу я душу продал, мне кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, я раз заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько жир. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть, по праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. Увы, продолжает планета гореть, а значит, я снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик, что на земле мне совсем не понять, заставить хотят меня строем шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас, и кто-то уходит на Боинга, Airbus. Я летчик, но в небе учили меня воевать, значит, я должен, обязан летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Дорогие друзья, сейчас мы все находимся на концерте прекрасного великого человека. Говорю реально, великого,
про армию, про авиацию не поет так никто. Сейчас, секунду. Но... Одну секунду. Я его называю своим братом, потому что, ну, действительно, в свое время... Промоутером. И, да, и промоутером, который все промотал. Дорогие друзья, хочу маленькую такое предисловие, чтобы все понимали, вообще откуда родился артист Анисимов на нашей русской сцене. 2006 год. Показ русских витязей, город Барановичи. Подходит невысокого роста, в этих же очках. Вот такой пионер, да, и говорит, что я с местного телевидения, поздравляю там, хочу взять интервью и все прочее. Ну, понимаете, когда командировка, все журналисты стараются отмахиваться. Он говорит, я песни пою. Подожди секундочку, ты сядь, товарищ, сядь, пожалуйста. Там был тоже, да, я знаю. Два свидетеля. Да, два свидетеля. И, конечно, результат был у Коли один. Так как все это бегом происходило, нас то туда, то сюда, море мероприятий, он успел раздать 6 дисков, один, который попал ко мне в сумку. Ну и все, командировка, не буду рассказывать, вот такая командировка, чем все закончилось. Вот, естественно, мы с ним не познакомились, а просто, мужик, молодец, пишешь песни, отлично, живи с этими песнями, давай, молодец. И когда приехали в Кубинку, что супруга сидит, она говорит, ну, очередной раз там подарки, книжки, там, ну их много, куда-то их нужно определить. Я говорю, ну давай, диск, вот какой-то, смотрю, там, такой серенький диск, помнишь, был там, ну, ты так, да, хороший диск. Там моя мордочка, да, мордочка такая красивая была. Я говорю, да диск, разрешите в машину взять. Ну, вставляю в машину, ничего не подозревая, что он поет, о чем он поет. И тут вот эти добрые слова, но текст изменил уже два раза. Квартиры свои у меня нет, но когда я жил в общаге, это была просто песня про меня какое-то время. Вот. В общем, этот диск я послушал, прихожу к командиру, Царство Небесное, вот сидит его супруга здесь, Галина Александровна Ткаченко, и говорю, Тиш Ткаченко, беру этот диск, говорю, шеф, а тот маленький-то очкарик-то, слышь, такие тексты пишут, какие тексты нахер? Ну, вы знаете, как мужики говорят, да, втыкаем в агрегат, и тут вдруг понеслись вот эти слова, он нам нужен. А у Игоря Валентиновича, у него была такая черта, что если он что-то слышал, зацепится всеми жабрами. Как его сюда вызвать? А мы-то больше твои говорили, что мы земляки, оказывается, ну, там, по... Да, и он проезжает каждый раз через Кубинку. У меня был его телефон. Я набираю, Коля, а ты, говорю, не можешь через Кубинку проехать? Это была его трагедия. Он потерял ключи от машины. Честь оставил, правда, совесть, все было при нем. Но машина BMW уехала с Кубинки через трое суток, когда их привезли с Минска, потому что, ну, так встречали его. И вот с этого момента не буду рассказывать, что там было, как было очень много всего хорошего и не очень хорошего, но потихонечку, не мы, он сам. Раз, два, три, и он сейчас находится с нами. И это голос не Белоруссии, а России. У него паспорт гражданина Российской Федерации, брат. Но мне просто хотелось это рассказать, потому что, чтобы вы все понимали, кто он, что он, и вот он. Мы с ним одногодки, я, правда, хуже выгляжу. Сдал меня, как Стиглотаров. Я, кстати, хотел сказать после песни о Лёче, что были люди в моей жизни, которых, к сожалению, сейчас нет, и которые очень любили эту песню. Это был действительно Игорь Валентинович Ткаченко. Галя вот сидит там. Галя, спасибо, что пришла. Вот. Много этих ребят было, которых уже с нами нет, которые летают. Был замечательный мой друг Вадим Белослюцев, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка из Комсомольска на Амуре. Прилетела его сестра Татьяна Белослюцева. Тань, спасибо большое. Это, ну, дорогого для меня стоит. Вот. И я всегда говорю, светлая память этим ребятам. А в общем-то, всегда говорю опять же, что они все с нами. Что Игорек Ткаченко, что Вадик, я все время как-то вот на фотографии Вадима смотрю, вот его он. Человек, будучи командиром полка на Ту-22М3, увлекался фотографией. И у меня сложный шеф на НТВ, Сергей Кузнецов, он руководитель программы. Он очень такой, ко всем видео, фото относится так сурово. А тут он говорит, нифига себе. Вот эти всякие творческие вещи Вадика. Ну, ты уж извини, я его так называю. Вот. Повторюсь, они с нами. Помню, мы в школе
учили стишок. Классик поэт в нем рассказывал детям, мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся, ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся, бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы летели, я с ними летал, и вспоминал я нередко бабулю, чаще тогда, когда прямо в металл. Мне мало телеснаряды и боли, и в этот миг мне казалось предел миг, когда тетка с косою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел, чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Время пуля на вылет или в лед. Бабушка к деду давно улетела, только мне кажется, каждый полет, смотря на ней, чтоб меня не задело, дед словно рядом команду дает. Эй, внучок, отдохуй, я прикрою, отвоевал я теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою, бабушка с дедом твердят мне, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал
небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было влетал, но возвращался обратно. Возвращайтесь обязательно обратно. Те, кто сегодня летает, и даже те, кто не летает, все равно возвращайтесь. Оля, нынче это очень важно. По земле. Что? Кто ходит по земле, Имка? Им, я же и говорю, что всем возвращаться. Тем, кто летает, возвращайтесь. И тем, кто ходит по земле, это нынче тоже актуально. Тоже возвращайтесь. Илюха, нынче воля до зари, набивает снова брюхо груши во рту, тихо дари. Носят ящики солдаты и заката акварель, только нам не до заката, рампа Тельфера, а повель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, с экипажа не впервой. И июня испугает грузовик наш боевой. На взлет уходит мой Сильвия-трутяка. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша-работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиков бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысилья трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша-работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он на людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. И на взлет уходит ввысилья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша-работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт.
Местные веяни бьют поплуши, все в пределе как один. От души нальют Илюши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Даже Илюша улыбнется, нижним блистером блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит в увыселья трудяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбун по небу столько лет. Спасибо. Тоже вот воспоминания. С этой песней вообще столько всего связано, всякие там и письма из интернета. Но вообще, в принципе, она появилась после работы нашей где-то в 2009 или 2010 году. Мы снимали экспериментальное десантирование ВДВ в Костромской, по-моему, области. Ну, взлетали в Иваново, но, по-моему, десантирование было в Костромской области. И Шаманов тогда был командующим ВДВ, вернувшись. И бросали БМД-4Д и спрут. Это сейчас камеры можно любые поставить на голову и там, не знаю, прости меня, Господи, не буду говорить где. Вот. А тогда у нас вот в нашей программе «Смотри» на НТВ были там Сережа Кузнецова, там свои личные мы поставили там на ствол спрута и так далее. И мы участвовали, скажем так, в научной работе, когда это все вот выбрасывалось, снимали на земле, с воздуха, ну в воздухе был я. Я должен был включить эти камеры перед десантированием. И вот я все время вспоминаю вот этот экипаж, который пришел на Ил-76. Это экипаж был Глицевский из Ахтубинска. А командиром экипажа был Сергей Иванович Сухарь. Сейчас ну, он ведущий летчик-испытатель на Ильюшине. Ну и тогда он на Ильюшине уже был. И мы привыкли, испытатели такие, они же вот такие вот. А тут заходит такой дядечка в брюках, клетчатой рубашке, в штиблетах такой прошел, там, значит, сел в левую чашку. Вот. Ничего себе там. А я в штурманской кабине, и заходит там товарищ, который, ну, фамилию не буду называть, незаслуженный штурман России. И вот он тоже, помню, зашел, там, снял ботинки, одел тапочки и закурил. Я к чему это? Я к следующей песне все-таки, опять же, про испытателей. Ребята, вот там вы там вдалеке сидите, это тоже для вас. Сад детей. Для них мы как родители, куда уж ближе родни. Мы словно воспитатели, они погода школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых перемещаясь в вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьи. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Что мы живем, как в масле, сэр. Считай, сколько тратим.
обыватель считает, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удачи нам. И деньги словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Когда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах. Романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. Пол царства за небо мы точно откажем. Летаем на всем, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Будем вот еще тот край найти, чтоб не было сомнений, и возле ты мог сказать «Иди». Любимому ребенку, что за годы научил ты жить, и в лебеде утенка смог в сказке превратить. А после дети новые, которые сильней, умней, строптивые, рисковые, недавно для нас родней. И снова непослушный глаз перед руками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах. Романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. Мол, царство за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Работать их учат. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах. Романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. Пол царства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Спасибо. Я тут свои репертуары всякие корректирую. Саш, на всякий случай, я тут уже ушел в этот самый, в 6. Это у нас свои эти самые. Да, ну я к тому, что раз уж я спел Машу раз, то, конечно, надо спеть Машу 2. Тем более, это для меня это так... Это настолько близко, больно. Я не знаю, ну не знаю, уже прошло, уже идет 5-й год, как случились события, ставшие мотивацией к этой песне. И вы знаете, восприятие-то меняется. Я помню, когда все вот происходило, я такой очень обиженный был, я там вообще, я больше сюда не приеду. Потом через некоторое время приехал, потому что открывали бюст Рифагачу Хабибуллину Рифату. Вот, я не мог не поехать. А потом время идет. Я уже и песню написал, а все равно еще меня распирало. Да, вообще, конечно, честно говоря, сейчас, даже и сегодня, когда вижу людей в красных беретах таких, меня немножко начинает подколбашивать. Самый прикол, я даже как-то в Минск приезжаю на поезде. А в это время учения шли совместные в Беларуси. Выхожу из поезда на Минский вокзал, и тут военная полиция России. Ждут уже, что... Вот, ладно, да. Эпиграф, конечно. Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна.
поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ничем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, уже в глазах бело. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем таком не вздыхаем. Так что вам зазря убиваться не советую, напрасное это занятие. Привет, моя любовь. Родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ сухо в белом солнце пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце белое в пустыне. Живем спокойно, иногда летаем, а так все загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и дыни, и солнце, Маша, белое в пустыне. Как лагерь пионерский, распорядок, кино, концерты, всякие артисты. Спокойно здесь, уютно все и чисто. Полиция следит, чтобы был порядок. Вот лишь война не любит распорядок. На женщины они не хотят позваться. Медсестры Маша могут здесь пороже. Отряды их медицинские огорожен. И те же не обманывают убраться. Забор такой, что к ним не подобраться. Па-па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пара-па-па. Не подобраться к ним никак. Здесь не устроить ужин со свечами. Шалят у нас тут Маша Бармалей. И так не спим, а эти, блин, злодеи игрушки запускают к нам ночами со всякими опасными вещами. Жаль, ночью поднимают, вот досада, когда кому-то станет слишком жарко. Тогда нам срочно грузятся подарки, а мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Па-пам, пара-па-пам, па-па-пам, па-пам, па-пам. Награды где-то выше ожиданий. Они для тех, кто на день прилетают. Построят, пошумят, повоспитают. И дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим дырочки со заданий. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. Анисимов нам пел про нас немало. Мужик прикольный, только, блин, попал он. Полиция здесь, как всегда, в ударе. Нашли там у него коньяк в гитаре. Па-па-па-па-па-пам. А у меня бы не нашли. Артиста где-то заперли поспешно. Нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты. Но был певец освобожден, конечно. Прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО. По полной все по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили. И значит, он еще споет когда-то. Ну а пока нам вновь лететь куда-то.
сделать войне, отставить, налить борща и выпить чарку водки, а на закуску, эх, с лучком селедки и песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, сложно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце, пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Я раскрою одну тайну. Когда у меня вот эти события всякие происходили, я думаю, блин, почему его здесь нет? Вот этого человека, который только недавно на сцену выходил. Потому что в 16-м году... Ну, в общем, да, у него там были свои... Это был единственный человек, у которого с этими шапками были выстроены отношения. Ладно, не рассказывай военных тайн, а то сейчас нас все равно слушают, да. Я 2 недели как вернулся, даже меньше уже, наверное, с Дальнего Востока. Я летал в Благовещенск, меня приглашали туда на мероприятия. Расскажу, какие. Но если я уже лечу в те края, там-то все, как сказать, по таежным меркам все рядом. Что такое Благовещенск и Серышево? Это всего лишь 160 километров, это, в общем-то, как бы, так, даже не за углом, это на одной лестничной площадке. Естественно, когда меня пригласили туда, то я позвонил в Серышево, фамилии не называю, вот, говорю, я буду, давайте, либо с вас машина, либо там вертолетом, меня туда и вертолетом когда-то завозили, ну, естественно, я не мог там не спеть вот эту песню, потому что они на этом летают. Лёшкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительному молитва, все по карте. Винты все 8 на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы оставим там на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только не на небе оркестровой меди. И где там в натовских штабах шифровки строчат в попахах, летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Они там не в Атлантику летали, как раз это самое, коляски. И нервы вырвали американцам еще так, нормально. Пролитые Коби обожжут, болтанка нас не бережет, погода дрянь. И на радаре сплужу засветки от фюзеляжа револьвера производства СССР. Сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостата. Они ведь тоже напролом мы и чуть не в блистер нам крылом. Такие бурзы, как правило, из штатов. Но не заменит курс и борт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где там в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас, как все на сток. Нам отыскать днем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик «Я вижу командира!» вдруг разорвет немой эфир.
мир, железный ящик с высоты уже заметен. Там черты гнется, отбирал, разнос устроит и обрал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет там крыльями склад, прошлет доклад про русский борт, и уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой, когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. На свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устав, он помнит разные места: Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. И тут в развалочку медведи. Домой, любимые медведи. Медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Ну вот, я хотел рассказать, каким образом я оказался на Дальнем Востоке. Это тоже такой хороший повод. И я знаю, что в зале есть, опять же, люди, которые связаны с этим поводом. 9 февраля была замечательная, ну, такая серьезнейшая дата. Столетие образования гражданской авиации нашей отечественной. Вот, и меня пригласили на официальный концерт в Благовещенск, в Амурскую государственную филармонию, чтобы я дал там сольный концерт в честь столетия, внимание, гражданской авиации. Я говорю, да, говорю, это интересно вообще, у меня вот, ну, наверное, самые гражданские авиационные песни. Вот, нет, ну это я так шучу, конечно, но приглашали очень близкие мне друзья, опять же, вертолетчики. Там авиакомпания «Петропавловская авиа», его возглавляет Михаил Степанович Сочнюк. Я думаю, некоторые вертолетчики его наверняка знают. Вот. И он, когда ее создавал, он туда собрал всех, кто с ним воевал в Афганистане, на Северном Кавказе. Там я все время про них говорю: ребята, у вас, если ведерко взять, его не хватит, чтобы ордена ваши все туда уместить. Вот. И кроме них, там еще есть люди. Я просто не ожидал, что, ну, как бы мы изначально это планировали как какое-то мое выступление на банкете, а потом это все превратилось в такой официоз, что для меня это стало сложно. Я, ну, уже же не откажешься, уже билеты взяты, там все, и филармония это там топает копытцем, вот мы же тут под вас все это сделали, там специальный экран, там, и... Ну, и я, в общем, там, да, пел полтора часа после торжественной части, хотя с некоторыми поправками, потом объясню, почему. Но вот эту песню, конечно, учитывая, что очень много посмотрел я на Олега Ряполова. Да. Хотя я говорю, это песня про подполковника, вон-то полковник. Вот, но песня про подполковников, да, конечно, я ее там пел. На эшелоне идем по спинам облаков, а в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава на
летят гудеть на жаркий юг. Ведут себя не по уставу, как вольт проводницам пристают. Мой командир отложит книжку и чертыхнется, что устал. Не скажет, вы, Михалыч, слишком. Забудьте, к черту ваш устав. Вы ведь теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребительно, стал звонщик, зато как прежде в небесах. Покролесить бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И ножку дать, сделать бочку. Овы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Теплом несется нам навстречу, знать, потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, как же, что я не лейтенант. Что мы безропотно летали, дают нам пряник и кнут. Как там у Маркса в капитале? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке. Пару совчинку небосклон. Зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Идем по спинам облаку, а в комфортабельном салоне летят копченые сибо. Три роты личного состава из дьюти-фри на бедре пьют. Ведут себя не по уставу, и к стюардессам пристают. Да, следующая песня, я ее очень люблю, это не моя песня, я ее здесь пил, но я ее планировал петь там, когда собирался. А потом, когда мне сказали, в какой официоз превращается это мероприятие, сказали, будет губернатор, будет мэр города, будет министр транспорта и так далее, я думаю, не буду ее петь. А песня Дмитрия Угольникова, как я ее называю, ГПАТ, гимн пилота в алюминиевой трубе. Красавец лайнер наш стремительно взлетает,
Раскрашен так, что радуется глаз. Нас техник вдаль тревожным взглядом провожает. Ведь мы висим на алюминии сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия. Чуть в небе синим я, куда спроси меня. Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы им в полете благодарны за труды. Пилоты строго за полетом наблюдают, на стрелки смотрят, словно видят в первый раз. И никогда штурвал из рук не выпускают. Ведь мы висим на алюминии сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия. Чуть в небе синим я, куда спроси меня. Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы им в полете благодарны за труды. Летим, а штурман постоянно курс меняет, а удивляется потом сильнее нас, когда диспетчер нам по буквам прочитает название точки, над которой мы сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия. Чуть в небе синим я, куда спроси меня. Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы им в полете благодарны за труды. А стюардессы пассажирам наливают поменьше эконому, больше в бизнес-класс. И после этого там вряд ли понимают, что мы висим на рубине сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия. Чуть в небе синим я, куда спроси меня. Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Один механик что-то тихо напевает. Механик наш не зря имеет первый класс. В любом полете наш механик точно знает. Осталось сколько алюминия у нас. Внутри раскрашены трубы из алюминия. Чуть в небе синим я, куда спроси меня. Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Летать в раскрашенной трубе из алюминия. Моя профессия, труба, неси меня. Нам на посадке не поймать бы хвост и крылья. Тогда, быть может, нам заплатят за труды. Именно из-за этой фразы я не рискую там петь. Владельцы алюминиевой трубы. Ну, мало ли чего, черт возьми. Вот. И следующая песня тоже, она была оттуда. Ее там ждали, потому что она там уже имеет какой-то вес. Потому что я ее... Она посвящена событиям 10-летней давности. Причем очень прикольно получилось в этот раз. 10 лет назад я вместе с группой «Голубые береты» прилетел давать совместный концерт в честь годовщины вывода из Афганистана, до 15 февраля. Мы летели одним бортом на Трансаэро. Мой друг Юра Слатов из группы «Голубые береты» говорит: так, мы, значит, будем начинать концерт, потом ты в середине со своим блоком выходишь, а потом мы будем заканчивать, ну и ты там выйдешь, мы вместе все закончим. Говорит, даже тебя надо представить. Я тебя представлю. Так, с угрозой он сказал, это уже когда мы прилетели в Благовещенск.
И вот, ну, они там поют, там тра-ля-ля-ля-ля, ну, это самое, естественно, самая главная песня их в самом конце. И вот он выходит, ну, вернее, не выходит, они говорят, сейчас, говорит, на сцену выйдет, я, говорит, сейчас расскажу, как мы сюда летели. А мы действительно взлетели, ну, встретились в самолете, они сидят все, там их сколько, группа товарищей, я чуть-чуть на несколько рядов впереди, а мне вообще, мне было тяжело, у меня перед этим несколько концертов было, я очень устал, я хотел спать, страшно просто, ночь лететь еще до Благовещенска. И вот мы, он говорит, мы взлетаем, говорит, набрали эту высоту, я его папа и стою, говорю, набрали эшелон, он, ну, наверное, это слово. Вот. Говорит, выходит стюардесса, такая радостно улыбается, идет в нашу сторону. Здравствуйте, а мы такие, ну мы же заслуженные артисты России, все, группа «Голубые береты», мы улыбаемся. Здравствуйте. Она говорит, а кто из вас Николай Викторович? Мы, говорит, друг на друга посмотрели, говорит, у нас такого нет. Ну, говорит, я-то знаю, что ты Викторович. Говорю, вон он сидит. Она так раз. И с этой улыбкой, говорит, поворачивается к нему, говорит, командир вас просит перейти в бизнес-класс. И мы, говорит, смотрим, через занавеску, она даже не закрыла, он через 30 секунд коньяк пьет. Вообще, в той ситуации для меня это было большое спасение, потому что я очень устал. Действительно, да, мне дали коньяк, но я просто, мне для меня было главное, что я поспал. Я уснул, все хорошо было. Да, и, в общем, мы дали этот концерт замечательный. На следующее утро они улетели, я остался, потому что, ну, мужики-вертолетчики говорят, куда? Ты что? Он говорит, а с нами полетать? Вот. Ну, естественно, мы полетали. Ну, вот, ну, знаете, эту историю рассказывала, как мы летели, и, в общем, как бы рейс превратился в санитарный. Я к чему? В этот раз даже прикольно. Я прилетел, мне звонит какой-то незнакомый номер. Я говорю, алло, это я там, ну, вот Иван Иванович. Вы помните, я вас встречал с голубыми беретами 10 лет назад. Я говорю, ну да, наверное. Они сейчас здесь, они вчера выступали в Благовещенске. Сегодня в Белогорске выступают. А вы где, ну, живете? Я говорю, в гостинице «Дружба». Да, а на каком этаже? На 8-м, говорю, они на 9-м. И вот, ну, к сожалению или к счастью, мы не пересеклись, потому что, он говорит, я им скажу, он позвонил не тому человеку. Просто на следующий день Меслатов звонит, говорит, тот, кому он позвонил, наказан, стоит в углу. Значит, а я думаю, блин, слава богу, наверное. Да, но песня была вот именно тогда написана. Человек предполагает, а судьба располагает, его знать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то, мы кладем в виражик вертолет. Как 100 лет назад в Афгане, в правой чашке друг мой Ваня, между нами Саня бортовой. И усталость трекозою над бескрайнею тайгою, мужик, и фронт здесь красовой. Где-то в прошлом пушки-танки, можно жить и на гражданке, главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе и заботы хватит нам и здесь работы, ведь не всю жизнь нам воевать. Снова пашем сверху ручно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги. И находим мы среди елок богом брошенный поселок, домики, как бабушки Иги. Ветер сильный на посадке, и впервой нам все в порядке. Быстро, фельдшер, объяснишь потом, что аппендицит случился. Парень вон в живот вцепился, и девица, тоже животом. Мальчик фельдшер слишком бледный, первый раз летит он бедный. Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взвод на бортном звоне принимать. Но всегда мне Ваня жалко тех мальчишек, что в повалку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как 300-й, тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет, парень точно не забудет этот наш внеплановый полет. Что-то там его отрежут, будет жить как в тайге попрежде, как прежде, может, нас когда-то поменет.
нас на осях, у нас девчонка голосит, но так уж звонко. Саня быстро что там доложи. Командир, отходят воды. Блин, прилетели это роды. Мы ж не проходили дренажи. Девка во воздухе рожает, за светки окружая. Бедный фельдшер проглотил язык. Примет Санечка младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно: «Мошик!» Пара-па-па-па-пам, пара-па-па-па-пам, па-пара-па-па-па-па-пам. Мужик, та-ра-та-та-ра-там, пара-па-па-па-пам, па-пара-па-па-па-па-па-пам. Работяга наш Ми-8, от грозы нас всех уносит, снова мы как будто на войне. С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Мы ж теперь обязаны вдвойне. Человек предполагает, судьба располагает, в этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил, а в итоге прилетело 7. Вылетали точно трое, нас умножили на 2, а в итоге прилетело 7. Оля, грачи прилетели! Торопиться не надо, как было сказано в известном фильме. Летим в заморскую страну. Что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах. На наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну. Как по линейке в небесах. Мы чертим след инерционный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан. Не спорят там мусульман. Мы им открутим пилотаж. Сорвем восторг и аплодисменты. Ведь помнят страны и континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы.
на нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька же дуб по крышке Чкалов, на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься летным отделом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным отделом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Саша 13. А я всегда, вот, ну, не могу просто не поблагодарить вот этот замечательный звук, который мне, с которым очень комфортно, я думаю, вам тоже. Александр Пахомов. Вот он там сидит в своем командном пункте и делает вот это все, вот это, вот, вот это. Ну, мы уже так, на третьем развороте. Всегда говорю, когда спрашивают, как это все можно делать, то, что делают многие из этого зала, то, что делали, я всегда говорю, все очень просто. Нужно всего лишь научиться летать. Научу тебя летать. Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать и ночью от одной поверхностью лететь и, коснувшись звезд, от счастья петь. Главное — хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Можно не любить, взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь, не поможно обнимать, главное летать в звездной вышине, прямо не во сне, обмануть законы физики суметь. Исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Что хотеть мечтать,
чтоб любить, летать и успеть спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда один, да сумеешь. Туман от волна же ж выйдет, пять веришь. Ввысь несложно улетать, главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить, знаешь. Это небо можно бить, главное любить. Звездное вышине, прямо не во сне. Обмануть законы физики, суметь. Формулы поправ, сети разорвав. Исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, убиваясь небесами опьянеть. Чтоб ходить, мечтать, чтоб любить, летать и успеть. Летайте обязательно, дорогие мои. Там здорово. Даже во сне. Хочешь научиться? Спасибо. Ну, ребята, дорогие мои, спасибо, что пришли. 12 час. Нормально, все по плану. Командование заведения всегда говорит: Анисимову, насколько концерт не назначь, но все равно в 12 часу заканчивает. Вот, ну сегодня у нас позднее начало было, ну... Мирного неба всем нам! Потому что сегодня работают те люди, которые, наверное, стараются, чтобы оно было. Как обычно, вылет срочный. Знать прижали ночью точно. Полетаем темно-ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых крах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаясь без газовки техник старенькой спецовки. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражем, эй, братов, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся на горке. Ничего себе разборки, но ведомый не зевай. Внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля вопер орет. До ворот бросаю факуи, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухо, заболтала самолет. Серая как паутина, маневрируя активно, живописная картина. Как соврасово грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Но разведка не молчит. Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я двухсотый груз. Нахрена пошел я в качу, вот в Ульяновск все иначе. Был бы дом, машина, дача,
и Вадим Мороз. Бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают. Я живой, хоть попадают под глазам, не разъедает. Нет спасения от жары. Горячо, а не просто жарко. Отправляю кис подарки. Удержать попробуй марку. Под свинцовым кипятком выпаю, как пушка танка. Грохот выстрелов болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой мало откроем. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке из распадован ПК. Имитирую атаки, выходить по райстраке. Ведь почти сухие баги и подрёбаны бока. Мне похоже, как морозом грач устал, клюнул носом. Значит, весь я под вопросом. Самолет мой просто в хлам. Живая машина дышит, слон держит туда свыше. И в наушнике я слышу летуны. Обратно, да вернули. Позади снаряды пули. Уравнение вернули. Держит в воздухе грача. Бур летит на честном слове. Сам за капли крови. Знать санчасти, на здоровье получу от врачей. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашюты хлопнут звонко. За рулю иду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то бой. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Будем жить. Мирного неба всем нам, дорогие мои. Я думаю, я со своим опытом могу сказать все равно, нет войне. Она должна когда-то закончиться. Мирного неба всем нам. И в День Победы, да. Спасибо. Спасибо. С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ура! 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 Что, по схеме, да? Споем авиационную песню самую? Ну что делать, ну, уже традиция. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать: станем над рекой зорьки летние встречать. Раз кудрявый, так лен зеленый лист резаной. Я влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый. Смуглянка, молдаванка отвечала парню Влад. Партизанский, молдаванский собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанский лес густой. Раз кудрявый, так лен на
лен, зеленый да лен, кудрявый да раскудрявый резной. И смуглянка молодаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке молдаванке часто думала по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Спасибо, дорогие мои. Спасибо. Слушайте, вообще вот что-то... Вы меня извините, у меня совершенно неожиданное сообщение. Очень много приветов передавали. Тут я вот уже, когда, в принципе, надо уходить со сцены, я подумал, это важно, потому что мне очень много людей, вернее, очень много летчиков позвонило, зная, кто здесь будет на концерте, и просили передать. Я не вижу здесь по свету. Виктор Сергеевич, они... очень вас любят и просят, чтобы вы всегда их допускали в небо. Те, кто знает, те понимают. Это очень важно, это медицина. Спасибо, дорогие мои. С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Будем жить! Берегите себя! Берегите себя, обязательно еще встретимся. День Победы! День Победы! 9 мая мы 10-го здесь соберемся. Не забывайте.